Приветствую, друзья мои! С вами на связи Александр Фефилов. Я гитарист, преподаватель гитары, композитор, аранжировщик, одним словом, музыкант. И в этом видео я расскажу вам о серии мастер-классов. Это мои авторские мастер-классы, которые вы сможете приобрести. И благодаря им в максимально сжатые сроки улучшите ваше качество игры на гитаре, вне зависимости от того, на каком уровне исполнительского мастерства на данный момент вы находитесь. Может быть, вы начинающий гитарист, может быть, вы гитарист уже более продвинутого уровня. Все подробно я прописал у себя в блокноте. И сейчас немножечко буду заглядывать для того, чтобы вы имели представление, что вы получите из серии мастер-классов, которые оформлены в виде отдельных видеофильмов, и расскажу, чему посвящен каждый из мастер-классов. Всего их будет 5, и общая продолжительность превышает несколько часов. На первом мастер-классе я расскажу о различных упражнениях на развитие техники игры на гитаре, расскажу о том, каким образом систематизировать ваши занятия для того, чтобы достигнуть максимального результата от этих занятий, какое время уделять, когда уделять. Покажу конкретные практические упражнения для развития динамики игры на гитаре, как правой рукой, так и левой рукой. Покажу упражнения на развитие легкости и на развитие беглости. Также расскажу о различных позициях в игре на гитаре и многое другое еще. Дам конкретные рекомендации по учебным материалам, так что, если вы хотите получить максимально полезную информацию относительно технических моментов в плане упражнений игры на гитаре, то этот мастер-класс будет вам то, что нужно. Второй мастер-класс будет посвящен репертуару. Я расскажу о том, какие произведения следует вам выбирать, в зависимости от того, на каком исполнительском уровне вы находитесь. Расскажу, как эти произведения выбирать, и расскажу, как разучивать эти произведения и разбирать те или иные пьесы. Расскажу, как отрабатывать различные сложные моменты, пассажи, на что следует обратить внимание, какие трудности могут вам встретиться, и расскажу о многих важных моментах, которые обязательно нужно учесть при разучивании новых произведений, и поделюсь своим собственным опытом, каким образом я учу те или иные композиции. Уверен, что это вам тоже очень сильно пригодится, потому что гитарист не является гитаристом, если он не исполняет на гитаре различные пьесы, композиции и так далее. На третьем мастер-классе я расскажу о том, каким образом играть на гитаре по аккордам, читать музыку по табулатурам, возможно, по нотам, как совмещать различные способы чтения музыки с листа. Также расскажу о том, каким образом нужно играть, совмещая мелодическую линию, басы и гармонические фигурации. То есть этот мастер-класс уже для гитаристов относительно более продвинутого уровня, не для тех, кто только в первый раз взял в руки гитару. Если вы хотя бы несколькими аккордами уже владеете, думаю, что этот мастер-класс вам будет очень сильно полезен. Расскажу о собственных принципах, каким образом я читаю музыку, как я совмещаю различные мелодические партии, и основную, и басовую, какими аккордами я пользуюсь. Думаю, что вам это очень тоже пригодится. Четвертый мастер-класс, или четвертый видеоурок, четвертая серия, будет посвящена различным стилям исполнительского мастерства. Я покажу различные приемы из игры в плане классики, на классической гитаре, когда играют музыканты. О некоторых приемах расскажу и покажу из фингерстайла, кроссовер, то, что называется. И о том, каким образом синтезировать все эти способы игры на гитаре и тем самым придавать особую красоту вашей музыке. Так что, если вы особенно занимаетесь переложением музыки или хотите перекладывать те песни, мелодии, композиции, которые вам нравятся, на гитару и делать эти аранжировки, обработки очень красивыми, этот мастер-класс будет вам в самый раз. И в пятом завершающем мастер-классе, это последняя серия, я отвечу на вопросы, которые наиболее часто возникают и у учеников, которые занимаются у меня, и у гитаристов, которые просто идут по пути изучения и совершенствования своего мастерства. Также я расскажу о том, какие подводные камни могут ожидать музыкантов в зависимости от того, на каком уровне развития они находятся. Дам конкретные рекомендации из своего многолетнего личного опыта игры на гитаре и преподавания гитары, потому что я смотрю, что есть определенные нюансы у различных учеников. Все это я подробненько расскажу. Не буду сейчас долго затягивать ваше внимание. Если вы хотите улучшить ваше качество игры на гитаре и в максимально сжатые сроки выйти на новый уровень игры на гитаре, обязательно приобретайте эту серию мастер-классов. Это несколько часов информационного, такого информативного видео, где вы сможете
перенять очень многие моменты из моего личного опыта. Я в этой серии мастер-классов поделюсь определенными моментами, которыми я не делился еще ни разу ни в одном из своих видеокурсов, и даже какие-то моменты, которые я не рассказывал ученикам на индивидуальных занятиях. Поэтому обязательно приобретайте серию мастер-классов, особенно по такой выгодной цене. На этом я с вами прощаюсь, увидимся с вами на видео, всего доброго, пока-пока!